Привет всем, привет моим подписчикам, друзьям. Вы на моем канале, извините, возможно, ветер немножко будет мешать снимать. Но я хотела бы вам рассказать, что я иду в парикмахерскую. Не обращайте на мои волосы внимания, да, я иду стричься к самому лучшему мастеру, простите. Вот это я взяла на Хэллоуин. Как всегда мешают, если вам интересно, оставайтесь со мной, сейчас я иду в парикмахерскую. Правда, владелица не разрешает там сильно много снимать, но я все же для вас поснимаю и покажу, какая моя парикмахер умница. Оставайтесь со мной еще раз, скажу. А вот она, красивые люди, плохо видно. Поднимаемся по ступенькам к заветной мечте. В общем... Это памятник Толкуновой. Это известный во всем мире. Но не во всем мире, а в Москве точно. Любимое кафе. Я только из кафе, вот, чесалась, люди смотрят, ну ладно, ну что же, я вам кое-что покажу сзади меня, кое-что интересное находится. Кое-что на курень похоже, курень. Вот впереди наша местная лесопромышленность. Там еще прямо за загородкой стоял снеговик. Вот сейчас снеговика убрали. Ну как вам? Ощущение Родины. Ну что же, пора прощаться. Было приятно с вами видеться. И вам, я надеюсь, со мной тоже. До новых встреч. Пока-пока.